Перед началом видео советую вам вступить в мою группу ВК, тут будет много чего интересного. А погнали к видосу. Всем привет, с вами Нейри, сегодня я с Даником Реком. Поздоровайся в чате. Привет, здорово. Сегодня мы будем играть в режим «Найди пулю» на карте Вилла. Он будет первый прятать пулю, а я буду стоять, отворачиваться. Вообще буду ее пытаться найти. Ладно, я пошел уже, а ты давай прячь Берея, чтоб иди. Да, я уже иду, так что давайте подождем. Думаю, он не будет прям очень долго ее прятать и не придется очень прям долго ждать. Кстати, если ты еще не подписан, подпишись и поставь лайк. Готов? Да, все, я готов. Ты меня спрашиваешь? Ну, ты вопросительный знак не поставил? Иди. Окей, все, иду. Сначала проверю в доме, а потом, если что, на улице. Короче, погнали. Думаю, он где-то не в трудное место спрятал. Сейчас будем искать такие прям трудные места, где можно запрятать. Прям серьезно. Так, тут ничего. Короче, самое главное, ее не пропустить где-то. Привет, Йоба, тебя тут нету. Она на доме, может, в доме? На доме. На доме. Ну. А, может, ты имеешь в виду что-то на доме. Спрятал ее на доме. На улице. А, на улице, короче. На улице, на улице, на улице. Значит, ты быстро спрятал? Где-то интернет, давайте смотрим. Выглядывает. А, на улице выглядывает. Так. Проверяем стены. Обходим весь дом, чтобы, мало ли, она где-то за домом, возле входа. Тут же жесткие подсказки. Вроде тут два входа, так что это не такая прям подсказка. Так, возле входа, возле входа. Давайте на доме проверим сейчас. Так, 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 тут ничего. Так, возле входа. Тут, короче, ничего. Глядывает, понятно. Мы будем пытаться найти ее. Ну, были такие подсказки, если не найду, это... Не знаю, что будет, я провалюсь. Потрачено. Смерть. Да, смерть будет. И я... Где она именно? На доме. Ну, я поищу, попробую. Сейчас выглядывает на доме. На столбе. А, все, это такая подсказка уже, все, я вернусь уже на эту. Если нет, я не знаю, я, ой, так. Тут или где, либо она наверху, либо, лол, в смысле, ты меня обманул? И заметь, серьезно, я тут такой слепой? Так, я слепой или нет? Тут нету. Я ее спрятал. Так, я да, я слепой какой-то. У меня вообще включен это пулевое отверстие? Да, включено. Да как я мог не заметить? Она там. Да, я слепой. Еще и тупой. Возле те... Возле меня? На столбе. Так, стопы. Я тупой, я ее нашел, я ее нашел. Ну еще слепой и тупой, короче. Все, теперь иди, ты читай, не читай, просто отвернись, а я быстро спрячу пулю, я тебе напишу, когда буду уже готов. Короче, погнали прятать пулю. Можно ее спрятать где-то в доме, давай ты. Где-то вот. Смотрите, вот. Во-во-во, о, просто офигеть. И я ему написал уже все, и он может искать уже пулю, и думаю, найдет или нет. И давай ищи, подсказывай, тоже будет тебе. Я ничего написал в дерме, но я понимаю, что это в доме я хотела написать. И думаю, он найдет ее. Хи.
Давайте смотреть, где он будет искать. Не, да, не понимаешь. Давайте мы сейчас в первом этаже, потому что тогда это подсказка. Блин, мы, может, полетим. Нет, 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 осторожно. Нет, нет, хорошо. Нет, все, это потратить. Он ее, скорее всего, нашел. Он слепой? Он видит, где он ее? А нет, он еще не заметил откуда. Нет. Вот присмотрись вот сюда, вот прям вверх. Вот видишь, прям присмотрись вверх вот сюда. Вот, вот на этой полочке. Нет, давай. На этой полочке вверх, вот на этой прям самой верхней полочке, и там она высвечивается. Ее кусочек. Смотрите. А, вижу. Ну ладно, ты выиграл, потому что ты быстрее всего нашел Фолю. Так, ну, понравилось видео, поставьте лайк, если вы хотите больше видео с Даником Реком. Подпишитесь на канал. С вами был Нери и Даник Рек. Всем пока!